Идем на новую высоту. Фестиваль молодежи уже в третий раз пройдет в Нижнем Новгороде. Праздник состоится 9 октября на Совнаркомовской 4 в районе Нижегородской ярмарки. Один из форматов высоты 800+, образовательный. Участники смогут посетить лектории от московских и нижегородских спикеров, чтобы послушать художника-граффитиста Мишу Мост, руководителя команды по направлению бизнес-школы в Skillbox Елизавету Лобанову, куратора профессиональных сообществ Яндекс.Кью Марию Снегову, сексолога Ольгу Сорокину, основательницу диджитал-агентства Старта Анастасию Погодину и других. На площадке фестиваля также пройдет финал киберспортивного матча между сильнейшими командами Нижегородской области по CS:GO и Dota 2 при поддержке компьютерного клуба. Также стоит отметить, что фестиваль состоится в формате COVID-free. Посетить площадку смогут по мультипассу, правила выдачи которого ужесточились, или по сертификату профилактической прививки от COVID-19. И у нас будет Колмогоров, артист, нижегородский участник шоу «Успех» на ТНТ. У нас будет Андрей Рыков, который был участником гала-концерта региональной студенческой весны и представит свою авторскую музыку. У нас будет джаз-джем-квартет с джазменами, которые сыграют, импровизируют соло. У нас будет музыкальная группа «Нижегородская радиосвязь», а также у нас будет «Йо-студио-шоу-кейс», 4 крутых музыканта-диджея. DJ Hubble Vision, диджейское тоже нижегородское трио, которое сможет разорвать танцпол и развеселить людей. А также у нас будет хендлайнер DOS, который выступит со своей песней «Солнце золотое».